Приветствую вас, друзья! Меня зовут Кристиан Блэк, и мы продолжаем проходить Зов Припяти. Мастер на одной жизни. Прошлая серия вышла почти на полчаса, но думаю, это терпимо для вас уже, да? По крайней мере, не 40 минут, а я ведь собирался еще и делать ее дольше. Неважно, это уже получается, сколько мы играем? Час 15. Уже наполовину сделан этот... Янов. Сегодня мы... Зачем этот quick save был нужен? Чтобы загрузиться. Да. Сегодня у меня хорошее настроение, поэтому я снимаю две серии за день. Правда, выложу через неделю эту серию. Да. Кстати, надо попробовать сократить путь. Не знаю, получится ли. Но попытаться стоит. Сегодня мы уже... Отправимся в Припять. Нет, 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 нет. Сегодня мы соберем отряд в Припять, но мы не пойдем в Припять. Сегодня мы только завершим вот эти вот дела, и следующая серия будет посвящена фарму. Хорошо? Хорошо. Мать вашу забыл... Пусть гавкает там дальше. Как я и говорил, я где-то за 3 часа должен справиться. Возможно, меньше. Нет, где-то за 3 часа. 3-4 часа. Это не спидран, однозначно. Но давайте учитывать то, что... я играю на мастере, и это челлендж на одну жизнь. Ведь это учитываете, верно? То есть, в принципе, это не обязано быть на 3 или 4 часа, что для меня очень мало, потому что люблю эту игру и хочу пройти каждый квест, каждый это. И это заняло бы раза так в 2 больше, то есть часов 8, а то и 10. Но я ценю ваше время, понимаю, что я снимаю не только для себя, но и для вас, так что... Цените, мать вашу! Так, щепка... Щепка, в принципе... Такая маленькая елочка. Впервые, наверное, замечаю. Наверное... Хотя нет, возможно, я и раньше видел. Но... Это гребаный вытянутый конус. Ладно, за то, что шевелится, 10 баллов. По шкале Кристиана Блэка. Ладненько. Давайте немножечко пособираем артефактов. Ты же собирался фармить в следующей серии, знаю, но... Что поделать в этом месье? Ради гравий, который тут обычно попадается. Прыг. Очень и очень неплохо. Наверное, пожалуй, даже вставим его. Для того, чтобы быстрее бежать. Потому что меньше выносливости будет тратиться. Так, по-моему, сюда нам не надо. Пока не надо. Здесь ведь... А, блин, без этого. Очень трудновато нам будет искать, ну, выбираться отсюда с цветочком, потому что мы не будем видеть всех этих аномалий. А тогда у нас уже будет этот костюм Сева, на который нам нужны денежки, понимаете? Еще и улучшить его. Именно поэтому следующая серия будет посвящена фарму. Я не хочу лезть неподготовленным в Припять ради того, чтобы просто сэкономить время. Нет. Я уже делаю вам фейвор. Ну, то есть услугу тем, что сокращаю до невозможности. И, наверное, это будет самое быстрое мое персональное прохождение. Вот обратная сторона того, что я запихнул в себя грави. Так, 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 так. Да, даже выбрасывать не буду. Сейчас сделаем вот так.
Все продумано. На самом деле, я бабакан взял, но... Алоха! Это больше в сторону штурмовой винтовки, нежели автомата. Ты заглядывай, тут весело бывает. Кстати, сороки-то нет. А, ну что, будет. Ай, ё-моё. Да, ё-моё. Что делать? Что делать? Пойду на бабки, папа. Не пойду, сдохну, за здорово живешь. Да, сочувствую тебе. Подождите-ка. А где для тонкой работы? Где для тонкой работы? Я же не брал. А где они? Я вспомнил, бетонная ванна. Ах, ё-моё. Можно будет туда сбегать, кстати, в следующей серии. Можно начать с нее, а потом перейти уже на затон и делать то, что... Блин, я... Да, ну, в общем, спидфарм. Им сколько не дай, всё мало. Просто инструмент для группы работы. Хорошо, я поищу что-нибудь. Вот, держи. Так, так, так. А у тебя ничего и нет. Интересно. Так, сегодня мы... А, дешифруется ящик. Здесь QR бы, конечно, можно было подшивать немножко, но у нас на это нет времени. Мне время есть, но я не хочу его тратить на такого рода вещи. Да. Вот так. Что совсем нищебродами не... Да заткнитесь вы, я все равно не буду выполнять этот квест, потому что он мне не нужен. Кстати, это ведь было как временное. Да, пока-пока. Дробовик забираем. Лавину будем брать позже. Когда пойдем фармить, будем. В принципе, нам нужно уложить это, севу и прочее. Севу. Кстати, о севе. Сколько им нужно времени? До 15 часов хватит? Да. Хватит. Да мне до задницы. Привет. Надо этот артефакт загнать. За эти деньги нанимаем людей и с ними атакуем. Скат 4, прием. Прием. Отвечай, скат 4. Серьга такая прикольная. Группе скат, внимание. Говорит скат 1. При возникновении чрезвычайной ситуации точка эвакуации Б-28. Повторяю, Б-28. Посмотрим. Зулусом о походе в Припять. А, блин, ты разговариваю думаешь, с ним. Его не пристрелят? Сразу. Конечно, пристрелят. Да-да-да. Надо подготовиться к такому квесту. У нас ничего нет для подготовки к этому квесту. Это что, мы уже почти все энергетики выдали? Ни хрена себе. Ну ладно, хрен с вами. Мне, пожалуйста, один консерв и куча энергетиков. Благодарю. Блин, надо же, для Вано денег не хватит. Ну, а найдем откуда-нибудь. Так, Соколовскому. Соколовский, Вано, Зулус. Достаточно, бродягу я не смогу взять, потому что КПК Моргана. Мог бы, конечно, в теории, но я не хочу тратить на это время. С чем, пожалуй? И так это все только-только делал. Привет, у меня есть к тебе важное дело, ну давай выпьем. Алкоголик несчастный. Слава богу, мне нечем кичиться, никакими достижениями. Давай, давай, рожай. И комбез бы не мешало почистить немного.
Мне даже нечего рассказать, нечем кичиться. Я только пришел в зону. Грубо говоря, один день прошел. Всего 3 залпа, ни хрена себе. Все? А, ладно. Последний раз. Не то, что я раз 20 выпил, чтобы ему все рассказать и послушать его реакцию. Особенно, когда про монолитицу рассказываешь, он такой, водка вроде не паленая. Извиняюсь, опять же, за качество, но... Еще какая-то странная черта, видели? Значит, уговор. Идем вместе. Найдешь бойцов, присылай ко мне, буду делать из них команду. Когда все будет сидя на мази, жопой дашь знать. На кушетке. Интересно, я могу уже с ним пойти? Просто интересно. Ладно, хотя бы один нужен. На Соколовского можно взять. И Вано, конечно, я тоже возьму, потому что просто мне нравится этот джигит. Ради него не жалко потратить минут 10 нашего времени. А, мы, собственно говоря, этим и будем сейчас заниматься. Это же серия про сборы в Припять. Правда, у нас нет денег на сейв. Подходи, брат, у меня как в Греции, все есть. Ладно, сколько там нужно денег на Вано? 10 000, да? Точно. Все, проблема решена. Паке! Паке-паке. Держи. Все, денежки у нас есть. Иди сюда, Вано. Да, 5 000. Смешной, конечно, долг. Блин, у всех свои проблемы. Патрон не хватит, да я и не собирался с ними стреляться. Я вообще не конфликтный человек. 20 000 сейчас у меня, ни хрена себе. Учитывая цену на еду в зоне, ну, в этой зоне, все было бы гораздо проще. Ты сходил в одну ходку и живи потом. Кушай колбасу, хлеб, пей энергетики. Да радиоактивную ложицу, вывер там чисти. Что-то задел. Но ладно. Запись не сбросилась. Прыг. Скок. Ну типа привет. Ратути. Па-па-па-ра-па-па-па-па. Лопни! Твои глазоньки. Ну типа я слушаю. Ха, всего-то 2 000 своих кровных. Да. Все, Вано в команде. Блять. Где? Откуда? Я удивлен. Вы видели, как долго я по нему с автомата строчил и кровавые лужицы были? То есть это точно рассчитал его траекторию, ну или просто везение, как хотите так и называть. Вы охуели, что ли? Нет, нет, я серьезно, вы охуели? Вы абсолютно серьезно сейчас, да? То есть вы всячески хотите, чтобы я не завершил этот поход, да? Одного бюрера... В таких условиях мне хватит. Между двумя бюрерами. Можно даже так серию назвать. Знаете, это из серии того, что некоторые используют триггеры там сексуального подтекста, там сиськи ставят на thumbnail и прочее. Так, за Вано мы долг отдали. Чтобы не тратить зря времечко, можно сразу бежать к этому. Та-та-та-та. Зря, конечно, был уже все калашные патроны. А, ведь нам потом еще обратно бежать. Добрый день, господа. Слушаю тебя.
не слушай меня. Здравствуй. Чего тебе? Ай, я ж тебе должен, да? Ладно, не важно. В армейскую аптечку, да. Жаль, что я тебе, конечно, не дал. Слушай, чего тебе? Но не получил пузырь. Да, я всегда слушаю. Рад видеть нового человека в нашем бункере. Так. Пока. Пока. Побежали за цветочком. Что, достаточно? Правдоподобно описал его голос. Я старался. Текс. Ха. Йоло. Оу. Это было легче, чем я думал. Тебе главное бюджет не нарваться. Ну, нам такие удовольствия. Зомбешечки, плоти по левую сторону экрана. Возможно, те, кто смотрит на плазме, ну или 1920 на 1080, это кажется плохим качеством, согласен, но прошлое видео, получается, вышло на 5,5 гигов, что в 2 раза меньше, чем предыдущее, самое первое. И это, знаете, это огромное достижение на самом деле. Потому что я не могу загружать такие большие серии. Чего тебе? Ну, привет. Пойдем к Сулусу, пойдем. С чем пожаловал? Слушаю тебя. Можно, конечно, уже было пойти, но я хочу еще в Оно. Тем более, что в Оно мы уже сделали. Ну что, зря свои 2000 кровных потратили. Конечно, такой плевый квест на самом деле. О, долг и свобода. Пью. Та-та-та-та-та-та-та. Готово. С чем пожаловал? Слушаю тебя. Что, вполне себе только боевой отряд. Ну, знакомство оно. Пока. Теперь. Нам нужно будет костюмчик иметь. Иметь костюмчик. Ты готов идти? Конечно. Как готов? Оно самый готовый. Обожаю его. Эта серия вышла минут на сколько? На 20, ничего себе. Ну, надо будет завершать. Вот сейчас только добежим. Схватим манатки и... За что можно еще получить Велес? Плохо! Жаль, что не нашли третий, конечно. Как дела, охотничьи? А, нормально. Берем все. Надо же, даже хватило. Ни хрена себе. Хотя тоже бы и не стал бегать с 60 килограммами, потому что я столько вешу. Здравствуй. Я серьезно, где-то 62. Сейчас. Ты можешь провести Припять? Нет, сколько будет? Готово.
попасть на сухогруз, прячь оружие. Естественно, я спрячу. Здравствуй, сталкер. Ну, удачи тебе. Обожаю. Это из-за того, что он в нетипичной позиции для себя обычно находится. Лежачий. Давай, давай, вперед. Пока-пока. Теперь все на своих местах. Так, друзья, здесь я завершаю эту серию. Надеюсь, что вам понравилось. В следующей серии мы будем бегать по затону и искать артефакты. Думаю, это будет вам не очень интересно, но... ради чистоты эксперимента я буду это делать. Так что всем спасибо за внимание и увидимся в следующей серии. Пока-пока!